Всем привет, мои хорошие, с вами Любовь и мой мирок Орхидей. Да, я знаю, что вы давно все ждете этого видео, особенно ждут те девочки, которые подписаны на второй мой канал. Ссылка на канал будет, есть точнее, под каждым моим видео, и оставлю в комментариях, закреплю данный комментарий с ссылкой на свой второй канал. И кто хочет знать первый, что был привоз, было поступление, то, что я ездила в Москву, добавляйтесь на второй мой канал, и вы будете знать первыми и ждать это видео уже о более подробном поступлении, о каждом цветочке на этом канале. Ну, поехали, мои хорошие. Здесь у меня помощник такой замечательный. Очень много красоты приехало, сногсшибательный. Все более подробно я вам сейчас покажу. Да, работают вентиляторы, поэтому за шумы прошу прощения. Ну и опять же, я вам показала сейчас не все. Все увидите в данном видео. Обалденный привоз. Сногсшибательный. Не просто так я так долго собираюсь снимать это видео. Очень долго разбирала, рассматривала все красотки. Вот так вот подвязано. Не переживайте, это ничего страшного. Просто связала два цветоноса, чтобы они не разбегались. Ну а теперь начнем о самом главном. Вот об этой красоте. Да, кстати, много орхидей без названия, а просто написано сорт. Поэтому, кто знает название, можно написать, будет под фото в Одноклассниках, где эти цветочки будут выложены в альбоме в наличии. Я выдумывать и искать их не буду в интернете, поэтому, кто знает, можете помочь и написать название для девочек. Ссылка на Одноклассники под каждым видео. И все заказы принимаются только-только в Одноклассниках. Все, мои хорошие, давайте о каждом цветочке более подробно. Вот такие вот шикарные биглипы поступили. Очень красивые. Сейчас я вам показываю их со вспышкой. Когда только открывается цветочек, он такой более коричневый какой-то, более кирпичный. А потом становится маленечко посветлей. Очень красивый биглип. И вот так выглядит без вспышки. Просто со вспышкой видно все его переливы. Шикарные цветы. Размерчик у данных биглипов в высоту примерно 70 сантиметров. Корневая отличная у всех. Поставила три штучки вам показать. Белая — это ничего страшного. Это не плесень. И размер цветочка. Так. 9-10 сантиметров. И, кстати, у них губа у каждого разная. Очень красивый биглип. Будут в альбомчике в наличии. Вот такие вот красавцы. Ну и чтобы вы не думали, что я выставила самые жирные и смачные, вот так покажу. Здесь не буду вынимать их и лишний раз тормошить, что все прекрасные. Кустики средние. Вот такие вот замечательные. Вторая наша красавица. Вот такой вот шикарный крупный биглипчик. Цветочек крупный. Высота также 70 сантиметров. Сам цветок размером, как бы нам с вами померить. Ну, думаю, тоже 10 сантиметров. 9-10. Свернутый листик. Давайте вот у этого померяем. 10. И вот такая вот шикарная, пришикарная у него губа.
Сам он белоснежный. С обратной стороны у него розовые такие разводы. А с этой стороны он весь белоснежный, а губка вот такая вот красивая. С неоновым отливом каким-то. Вот очень красивый биглип. И один биглипчик будет отложенный для Олечки. Вот такая вот красота. У всех много еще отвлетвлений, которые на хороших бутошках. И они обязательно откроются. Ну, по крайней мере, в моих условиях они здесь откроются. Если будут долго стоять, потому что у меня все условия для них в этот раз созданы. И влажность хорошая, и вентиляторы работают, то есть воздух не застаивается. Вот такие вот красотки. Кустики такие шикарные, высота 70 сантиметров. Корневая у всех прекрасная, с шейками тоже все хорошо. Ну, размах листьев не маленький, я бы вам сказала. Измерять не буду, ну хотя можно. Просто не очень удобно это сделать. Хотя примерно 25 сантиметров размах листочка. Так, просмотрела. Протирала каждую палочку, поэтому так долго сегодня. Сейчас протрем. Так. Здесь тоже. Протирала спиртом и протираю спиртом. Все вот эти вот, когда они находятся в пакетах, они, все эти палочки всегда плесневают, такой плесенью покрываются. Это везде так, поэтому ничего страшного в этом нету. Ну, все пакеты сняты, растюшки в прекрасном воздухе находятся, поэтому все замечательно. Вот такой шикарный, крупный, белый биглип. Он просто обалденный, девчонки. Вот такая вот красота. Ну и раз уж мы начали сегодня с вами с биглипов, то мы ими и продолжим. Девчульки, вот этот сногсшибательный биглип, он весь неоновый. Вот цвет, возможно, камера и не передает, но он на самом деле прям, знаете, вот такой весь неоновый, как будто бы светится. Очень красивый цветок, просто вот необыкновенный. Он так красиво смотрится. Такой, знаете, как будто бы сиреневый, что ли. Вот он как сирень, вот ветка сирени. Очень красивый. Высота 60 сантиметров. Листики компактные. Кустик. Корешочки, все шикарно. И сам цветочек. Сейчас постараемся померить. Так, уезжаю куда-то. 9 сантиметров. 8-9 сантиметров. Ну, да, 9. И вот такая куча еще уже таких больших бутонов. И так на каждом цветочке. Есть с одним цветоносом и есть с двумя цветоносами. Конечно же, цены будут разные. Кто первый раз заглянул, цветы у меня не дешевые, но качество отменное. Так же, как и упаковка и отправка. Очень красивый биглип, девчульки. Необыкновенная губа. Вот правда необыкновенная. Прям вот он завораживает своей красотой. Давайте попробуем без вспышки. Ну, без вспышки не видно всех его переливов. Шикарный вообще. Ну, продолжим дальше. И вот они стоят, красавцы. Все хорошо у них у всех с корневой. Это вот на один цветоносик. И все равно смотрите, как пышненько смотрится. И вот три штучки с двумя цветоносами. Следующие биглипчики не менее красивые, но размерчик у них, высоту маленечко разный. К
которые на одном цветоносе, в высоту он будет примерно 70 сантиметров. Вот там сбоку 60, видите? Это размерено линеечкой высота. А который с двумя цветоносиками, он маленечко пониже, примерно 50 сантиметров будет высоту. И не менее красивые оба. Это один и тот же сорт, просто один на два цветоноса, второй на один. Очень красивый, такая шикарная губа тоже. Но, девчульки, я некрасивых орхидей не привожу. Да их просто и не бывает. Все орхидеи шикарны по-своему. Очень красивый биглип. Давайте замерим цветочек. Посмотрим на корневую шикарную. Шикарная корневая, шикарная розетка. Что на один цветонос, что на два цветоносика. Некрупный куст. И так, сейчас вспышку выключу, как засвечивает вспышка. Ну, тоже 9-10 сантиметров. Вот такой вот красотун. А веревочками завязала это те, где два цветоноса, и для того, чтобы цветоносы не разбегались в разные стороны, а компактненько стояли. И мне было бы удобно, и смотрится красивее, когда они вместе. И вот другие тоже с шикарной корневой. Ну, естественно, все в порядке у них с шейкой. И вот на первом ряду поменьше два цветоноса, на втором ряду повыше на один цветонос. Ну, все будет в альбоме в наличии, цена указана, и цветоносы, все посмотрите. Следующие биглипчики тоже очень красивые. Каждый красив по-своему. Вот так даже лучше видно почему-то весь его настоящий окрас. Окантовочка черная такая, прям вот по краям. Очень красивый. Сказочный такой биглипчик. Тоже на бутончиках. Два цветоноса. Все прекрасно с корешками. Этот чуть-чуть повлажнее, поэтому не очень хорошо их видно. Но все равно видно. Все прекрасно с шейками. Размер цветочка 9 сантиметров, высота 60. Следующие шикарные биглипы тоже, такие розовенькие какие-то они. Камера очень сильно передает все вот эти прожилочки. На самом деле они не настолько венозные и очень-очень красивые. Вот такая шикарная губа. Эти красавицы еще открываются, ну, естественно, при транспортировке они все равно маленечко мнутся и еще не выпрямились, потому что только-только освободила их от пакетов. Размер цветочка 8-9 сантиметров. Очень красивый, шикарный биглип. На один цветоносик бутончики присутствуют еще. То есть радовать свою хозяйку должен долго. Также все шикарно с корневой, с шейкой, кустик не крупный, высота 60 сантиметров. Ну а дальше пошли не биглипы, но всеми любимый сорт. Наверное, вы догадались, да, каменная роза. Шикарный цветок, и причем это каменная роза и Magic Art в одном флаконе. Вот такая вот красота. Девчата, это неописуемой красоты цветок. Вот просто невозможно передать. Он кожаный, восковый, пахнет розами. Какое поступление уже у меня каменных роз, и они все пахнут розами. Я сегодня зашла на склад,
аромат стоял, потому что есть еще очень ароматные орхидеи в этом поступлении. Вы посмотрите. Даже есть такие, как бабочки. Они все идентичны друг дружке. И высота у них единственная разная у всех. У кого-то вот прям 90 где-то сантиметров в высоту, у кого-то 60. То есть высота у всех разная. Цветоносы практически все вот с таким ответвлением. Корневая у всех шикарная. Розетка у каменных роз всегда крупная. Даже если она при покупке не очень крупная, вырастают они потом все равно крупными. Вот, а все каменные розы. Лес. Очень красивый цветок с обеих сторон, девчат. Я влюблена в этот цветок давным-давно. Он бесподобный. Ну и размер сам цветочков здесь всегда разный, потому что каменные розы — это мутанты Magic Art. И у них размерчик где-то вот 7 сантиметров, 8, 9, 10. Если распустится Magic Art, конечно же, цветочек будет гораздо крупнее. Сейчас покажу на примере. Вот каменная роза. Это такая же каменная роза, как есть у меня в моей коллекции, в личной. То есть у нее один, на одном цветоносе Magic Art, на втором цветоносе на данный момент каменная роза. Но в домашнем цветении цветок может цвести на одном цветоносе. Один бутон открыться каменной розой, второй бутон открыться Magic Art. И посмотрите, насколько разные у них цветочки в размере. Magic Art больше 10 сантиметров цветок. Невероятно обыкновенный, необыкновенный, красивый, шикарный, я не знаю. Это, наверное, один из самых любимых всеми сортов. Очень красивая орхидея. Причем эта орхидея всегда загадка. Всегда цвести может по-разному. Может цвести, вот здесь вот прямо у нее будут такие, как треугольнички. Могут быть защипчики, бабочки. Да, и это все может быть. Высота именно у этой орхидейки 80 сантиметров. Естественно, все в горшочке прекрасно. С шейкой также все хорошо. И сейчас я вам покажу тоже цветочек Magic Art и каменной розы. Как распустился и как может распуститься в вашей коллекции дома, в вашем домашнем цветении. Да-дам! Да, это все тот же сорт. То есть одни и те же родители, как у Magic Art и каменная роза. Вот именно эти красавицы распустились вот такими шикарными шоколадками. Но не... Вот красота, скажите же, вот просто неописуемая красота, которую просто невозможно не любить. Вот такой вот красавец. И всегда будет загадкой для вас, когда вы будете видеть цветонос у данного растения. Потому что всегда он цвести будет по-разному. Очень красивая, шикарная орхидея. И также он может зацвести у вас и бабочкой. Одна орхидея отцвести будет всегда по-разному. Ну, давайте продолжим дальше. Ну, а следующая у нас красавица Анастасия. Очень красивая орхидейка с черными вот такими вот рюшечками. В этом поступлении именно вот такая орхидейка была одна. Вот такая вот красавица. Вы посмотрите, у нее вот здесь вот прям черная. И последующие бутончики открываются одним из прародителей. Вы посмотрите, какая там чернота. Это что-то с чем-то вообще вот не передать словами, честное слово. Даже камера не фокусируется на эту красоту.
Вы посмотрите, аж смоляной такой цвет. И цветочек такой маленький-маленький. Губка куда-то там завернулась. Не буду трогать. Вот такой вот красавчик. Такой красотун в этом поступлении всего лишь один. Но в предыдущем поступлении у нас с вами были вот такие вот красавицы. И они стоят, ждут своих хозяек. Я написала в альбомчике, их уценила чуть-чуть. И написала, что уценка. Именно по той причине, то, что у них нету одного листика. Вот эта вот темнота, здесь никакого гниения нету совершенно. Когда вылазил цветонос, он пробил лист. Вот вы видите, одного листа нету. Все проверено. Цветы стоят у меня вот в то воскресенье я их привозила. По цене они дешевле. Только по той причине, то, что у них не хватает всего лишь одного листа. Никакого гниения нету, ничего плохого нету. Поэтому, девчульки, не бойтесь, кто хочет эту красавицу, Настеньку, приобретайте. Их всего 3 штучки, по-моему. В альбомчике найдете. Так, ну, а эта красавица, если я правильно называю ее название, то ее много где видела, называют кровавое сердце. Очень красивая бархатная орхидея, вот прям реально бархатная, девчульки. Вся переливается. И тоже цветочки, видите, у нее с какой-то небольшой такой мутацией. Очень красивый цветочек. Один цветонос, но очень пышный. Высота 70 сантиметров. Сам цветочек 8-9 сантиметров. Не мелкий. Довольно-таки крупный. Давайте попробуем без вспышки. Без вспышки просто вот такой какой-то он. Даже не передает цвет. Вот именно со вспышкой ближе к настоящему цвету. Очень красивый цветок. Сами кустики не крупные. Корневая шейка. Все прекрасно. Ну а следующие две красавицы. Вот такая красотка есть у меня. Цветет очень долго. Всегда старается. Она такая кирпичного прям цвета. Нет, это не сурсонг. Но, девчульки, название ее не помню. Как же вам передать ее красоту-то? Издалека больше было видно. Нет, тоже не видно. А почему я вам показываю две сейчас орхидейки? Они совершенно разные по названию. Но окрас у них приближенной друг к дружке. Вот эта вот красавица называется Тамара. Вы посмотрите на ее красоту. И она ароматная. Тамарочка. Красоточка неописуемая. И она такая прям, знаете, восковая. Очень красивая и ароматная. Вот эта красавица не менее красивая, но не ароматная. Но цветет вот это очень долго. Красотульки. Размерчик 70 сантиметров. Цветочек у одной 8 сантиметров у Тамары. А не у Тамары 9-10 сантиметров. Вот такие вот красавицы. Будут в альбомчике в наличии. Но Тамара вообще сногсшибательная. Вот у нее цвет просто такой, знаете, насыщеннее, чем у этой. Это тоже очень красивая.
как-то вместе их сейчас попробую сделать. Смотрите. Обе красотки. Просто вот у этой какой-то грязный кирпич, а у этой не грязный кирпич. И серединка у этой больше неоновая, а у этой больше красная. Но обе красавицы. Не показала шею и корневые. Все замечательно, все прекрасно. По-другому и быть не может. Ну а дальше у нас пошли с вами мультифлорки. Тоже всеми любимые цветочки. Вот такая вот красавица, неописуемая. Она ароматная, восковая, шикарная. И еще куча бутонов. Естественно, кустик компактный. Корневая шикарная, но в этом горшочке плохо видно. Но все равно просматривается. 40 сантиметров в высоту. И сам цветочек размером. Попробуем. 7-8 сантиметров. Вот такая вот красотулька. Рядышком стоит не менее красивая девочка. Красавица с такой рыженькой губой. Очень красивая. Тоже 40 сантиметров. Кустик компактный. Аромата не ощущаю. Да, кстати, и у этой девочки с рыженькой губкой, красоточкой, только сейчас увидела, что листик вот с такой пигментацией. Красотулька. А последующие нет. Так что, возможно, в домашнем цветении будет цвести так. Ой, точнее, листики будут выходить вот такие. Ну и следующие две красавицы. Тоже в высоту 40 сантиметров. Цветочек у них, наверное, примерно 5 сантиметров. Да, надо же, угадала прям на глаз. Ну и у этой, думаю, также. Неудобно, тут рядом цветы стоят. 4-5 сантиметров. Вот эта красавица есть в моей коллекции. Вот такая вот красотулька. Цветет очень долго и очень часто. И у нас вот тут один цветоносик, как бонсай. Вот такая вот красотулька. Ну, естественно, шейка и корневая, все у них прекрасно. Кустики тоже компактные. Ну, а вот здесь вот такое желтое поле. Это желтое поле, аромат. Прям не могу вам передать даже словами. Настолько приятный аромат, настолько приятный цветок, очень красивый, вот такой насыщенный. Именно такой, как ни странно, желтый цвет передает так, как надо. Даже не верится. Даже он не желтый, а такой вот... Ну, я думаю, вы видите его цвет. Очень красивый цветок. Очень ароматный. Сантиметров цветочек, наверное, сам. Давайте померяем. Это ампельное растение. Так же, как и мастерпис. 4 сантиметра цветочек. Цветочек не крупный. Ну и не маленький. Восковая орхидейка. Очень ароматная. Много цветоносиков. Много еще бутончиков. Высота 20 сантиметров. Горшочек стандартный 12. Ну и все прекрасно с шейкой, с корешочками. Очень ароматный, девчульки, цветок. Пахнет до сих пор, а уже вечер. Да, и не сказала. И они любят детковаться. Очень красивый цветочек. Ну, а следующее у нас вот такое шикарное поле. Да, это бронзовый Будда. Очень красивый цветок, очень ароматный тоже. Девчат, не спрашивайте, чем пахнет. У меня все запахи смешались.
потому что очень много цветов, особенно мультифлорки, они все ароматные. Высота данного растения 40 сантиметров. Кустик компактный, корневая шикарная. Три цвета носика у всех. Ну, естественно, не менее шикарный сам цветок. Очень красивый. Просто бесподобный. Ну и, конечно, как же без мастерписов? Но совсем никуда. Мастерписы тоже любят детковаться. Они тоже восковые, они тоже ароматные. Цветочек у них тоже примерно, как у желтеньких, 5 сантиметров. Но настолько много цветоносов. Это ампельное растение. То есть цветоносики свисают. И их вот так вот много. Шикарная корневая. Все прекрасно с растениями. Тоже ароматные, тоже восковые. Высота, ну, сами видите, 10 сантиметров. Ну, 10-20. 10, наверное, 15. Горшочек стандартный. 12 сантиметров. Ой, 12-й горшочек. Неописуемый красавец, не правда ли? Вот такие две красотулечки. Мультифлорки. Две желтеньких и два феникса. Вот эта вот красотулька желтая. Прям салатовая такая. Очень красивая. Ну-ка, давай нам покажись. Вот такая вот красавица. Вот это пахнет лимончиком. Ну, чем-то цитрусовым таким. Потому что она была в том привозе. И я помню ее аромат. Так, 6 сантиметров. 6-7 сантиметров. Так, а фениксы? Ну, а фениксы не буду мерить, неудобно здесь. Мерила тогда, где-то 4 сантиметра они. Вот так вот. 4. Шикарные кустики. Размерчик горшочка 9. Вот такая корневая. Вылазит из горшка уже. Опа. Ну и эти красульки тоже такие же шикарные. Все тут видно, даже растущие корни. И тоже любят детковаться. Такие вот красотулечки две. Эти красавицы тоже многими любимые, но вот, к сожалению, второе поступление, их приходит очень мало. Они приходят... Сейчас покажу, девчули. Мысль ушла, что хотела сказать. Вот такие вот красотки. Они восковые, ароматные тоже. Тоже любят детковаться. Уже взрослые кустики. Вот такая вот красота. Тех тоже все прекрасно. Ну и, конечно же, себя я в этом привозе не смогла обделить. Ну вот, честное слово. Я очень давно хотела Джулию, но всегда говорила сама себе, как-нибудь, как-нибудь. И они, кстати, все вот с какими-то, вот знаете, как будто бы могут в следующий раз процвести как-то интересно. Вот они в этот раз очень интересные. То это вообще как будто бы здесь защипчик. И у этой тоже, видите? У них у каждой есть вот такое вот, такая вот красота. Очень много цветоносов. Сейчас даже посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять цветоносиков. Тоже они ампельные, ароматные. Горшочек 9. Высота у них, ну, вы сами видите, да? Они невысокие. Размерчик цветочка у них 5 сантиметров. Ну, а как же я себя-то не обделила в этом поступлении? Сейчас я вам покажу. Да, я оставила себе вот такую красотку Джулию. Ах, не хочет. Не хочет. Давай, показывайся. Ну,
Давай. Нет, не хочу, говорит, показываться. Сейчас, девчули, как-нибудь одной рукой буду ловить фокус. Где ты? И смотрите, что тут. А тут вот такая красота. Ну вот как можно себя обделить от такой красоты? Вот эти джульки тоже могут процвести в следующем цветении. Вот так же интересно. Но вот это, конечно же, останется со мной, красавец. Не хочет. Вот такая вот красотулька. Один цветочек у нее такой. Будем надеяться, что она и в следующий раз меня интересно порадует. Девчульки, ну а это парфюмерные фабрики. Не буду уж трогать их с места. Высота у них небольшая. Они примерно где-то 40 сантиметров в высоту. Цветочек у них от 4 до 5 сантиметров. Кустики компактные, но листики обалденные у каждой. Вот такая вот листва. Шикарная. И они ароматные. Но цветочки, расцветочки точнее, разные. Есть вот такая красотулька. Это такая в желтизну отдает. Потом вот такая красавица. Это розовенькая. Девчонки, они такие ароматные. Вот такая красотулечка. И вот такая красотулечка. Так, так, так. Ох-охо. Вот. Это что-то с красненьким такая цветом. Это с фиолетевеньким таким, каким-то розовеньким, что ли. В общем, красивые все. И все ароматные. Ну а листва, шея, корни, у всех все прекрасно. Этот сорт был просмотрен на 10 раз мною. Кто-то сидит в коре, а кто-то сидит в кока-чипсах. Ну, это не мешает им быть настолько красивыми и ароматными. Думаю, всех показала, мои хорошие. Но если кого-то и забыла, значит, покажу уже в виде фото в альбоме в наличии. Всем пока-пока и до новых встреч. Да, кстати, не сказала. Альбом сейчас закрою на редактирование, альбом в наличии. И открою я его или сегодня с 11 до 12 ночи. Ну да, как-то так. Раньше ничего не успеваю. Либо уже завтра до 11 утра. Если до 12 ночи по московскому времени альбом будет закрыт, значит, он уже откроется завтра. До 11, давайте, утра он будет открыт. Потому что фотографировать очень много. Все, мои хорошие, всем пока-пока и до новых встреч!